И еще одна тема, связанная с заместителем днепропетровского губернатора Игоря Коломойского. Это история с расформированием батальона «Шахтерск». Его своим приказом распустил министр внутренних дел Арсен Аваков. Сразу после того, как комбат «Шахтерска» дал показания по Иловайску. И вот что он рассказал нам. Я думаю, основная причина распуска – это то, что в понедельник я отвечал на вопросы комиссии парламента по Иловайску. И близость выборов. Просто я сказал, что первое совещание было в кабинете у заместителя Днепропетровской областной администрации Корбана. И командовал этим совещанием он. И мы дали информацию, что там 500 человек, укрепрайон, доты, бетон начали лить за 4 месяца, железобетон. До этого, до момента совещания, есть грады. В общем, там серьезный укрепрайон. Все. Эту информацию все проигнорировали и послали всех в Иловайск. Вот и все. Совещание само проводил Корбан, и он четко настаивал на том, что надо идти туда, и там 50 человек, там никого нет, надо идти, защищать и забирать, входить в Иловайск.